Мы приветствуем вас, друзья, на нашем YouTube-канале. Эта утренняя новость сегодня утром заставила переживать всю страну. Многие до сих пор не могут понять, как такое могло случиться с нашим любимым российским телеведущим Владом Кадони. Многие до сих пор обеспокоены и не могут никак найти себе места. Как оказалось, рано утром наш любимый телеведущий Влад Кадони у себя в микроблоге выложил фото, где он находится на больничной койке. Фото не было подписанным, поэтому многие зрители, фанаты и подписчики Влада Кадони начали писать комментарии с просьбой рассказать, что же с ним все-таки случилось. Но ответа не последовало. В итоге один из близких знакомых Влада Кадони решился рассказать нам всю правду. Оказывается, еще ночью Влад Кадони был госпитализирован в одну из городских больниц города Москвы. Как говорят врачи, после длительного обследования у него выявили очень тяжелое отравление. Что с ним случилось и как это все получилось, пока никто не сообщает. Да и сам Влад Кадони пока не спешит выходить с нами на связь. Будем надеяться, что уже завтра утром на нашем канале выйдет новый выпуск, в котором мы расскажем продолжение об этой трагедии. Не забывайте, дорогие зрители, что у нас на канале выходят самые интересные новости из жизни российских звезд. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями, чтобы быть всегда с нами на нашем YouTube-канале.